На конкурс дети читают стихи. Родина Марина Александровна, 13 лет. Гитара «Остров», автор Бонифатов Вячеслав. Как янтарного острова берег, обечайки гитарный изгиб. Я в звенящее чудо поверил, и в лихие шторма не погиб. Не страшны мне ни бури, ни рифы, если в струнном звучании слышны возле пирса гитарного грифа крики чаек и шелест волны. Будто плаваю в звоне упругом, не беда, что аккорды просты. Стал мне остров спасательным кругом в море грохота и суеты. Я хочу, чтоб гитара звучала, душу трогая каждой струной, словно жизнь без конца и начала, и ничто не случится со мной.